Губернатор Приморского края осмотрел строительство объектов здравоохранения. На сегодняшний день в поселке Трудовое готовность детской поликлиники составляет 67%, а взрослой – 48%. Учреждения рассчитаны на 100 посещений в смену. Также предусмотрен стационар. Я хочу сказать, что строители здесь подобрались порядочные, поэтому надеюсь, что в этом году все работы будут закончены. Вот, мы со своей стороны зарезервируем все необходимые денежные средства. Это будет хороший подарок жителям, удобное, оснащенное современным оборудованием, врачебным персоналом. Мы здесь потом подумаем, как предоставить арендное жилье для того персонала, который вновь будет зачисляться на эти клиники. Еще одно учреждение здравоохранения строится в Артемовском поселке Заводской. Готовность амбулатории уже составляет почти 90%. Сейчас ведутся электромонтажные работы, монтаж водоснабжения и водоотведения, навесного фасада и отделка помещений. По словам Олега Кожемяка, амбулатория должна быть сдана в первом полугодии. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.